Представьтесь, пожалуйста, пару слов об игре расскажите. Команда «Газпром Газнадзор» сегодня сыграли вторую игру. Вот, ну, сегодня победили 5-3. Вот. Сегодня уже как-то получше, по сыгранней. Вот, вкатываемся в турнир. Ну, будем стараться дальше. Какие опасные моменты были? Ну, опасные моменты и мы не реализовали, и соперники. Такая боедострая игра была. Вот. Были такие очень хорошие моменты. Ну, самое главное, забили на два больше, чем соперник. Хорошо.